Важно использовать то, что дает Земля, потому что органические материалы оказывают свое влияние на вашу энергетическую систему, на формирование вашей ауры. Важно, чтобы материал, который вы носите, был органическим, а не синтетическим из нейлона или пластика. Что соответствует погоде, окружающей среде, тропическому климату, в котором вы живете? Какая одежда больше всего этому соответствует? Такую одежду вам надо носить? Потому что то, как ваше тело снастраивается с погодой и атмосферой вокруг вас, очень важно. Очень важно привнести определенный уровень легкости и комфорта. Те из вас, кто каждый день носит обтягивающую одежду из синтетики, попробуйте 3 дня поносить свободную одежду из хлопка и понаблюдайте за ощущениями. Потом решите сами. Итак, что касается одежды, один аспект — это выглядеть эстетично в глазах других людей. Но самое главное — чтобы ваше тело чувствовало себя расслабленно. «Нет-нет, я в порядке, все хорошо». Это как раз и нехорошо. Когда вы такие, это совсем нехорошо. Говорю вам, просто перейдите на натуральное волокно. Закройте глаза и понаблюдайте за ощущениями. Ваше тело расслабится. Вам кажется нормальным пребывать в различной степени стесненности. Вы думаете, что нормально быть беспокойным. Вы думаете, что нормально испытывать зуд и дискомфорт. Я не настолько терпимо отношусь к вещам, которые вызывают дискомфорт.